Украинские власти отказываются создавать рабочие группы для реализации минских договоренностей. Многочисленные предложения от Донецкой и Луганской народных республик, а также от российской стороны до сих пор остаются без ответа. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что на заседании главы МИД Нормандской четверки в Париже стороны договорились создать рабочие группы Киева, Донецка и Луганска для решения самых неотложных проблем Донбасса по безопасности и гуманитарным вопросам. Однако украинская сторона всячески затягивает процесс. У нас не должно быть сомнений, что документы 12 февраля должны быть выполнены в полном объеме. Об этом продолжают все заявлять. Не будем забывать, что полный объем означает незамедлительное создание рабочих групп и начало их работы, в том числе по вопросам конституционной реформы, возобновления социально-экономических связей и так далее. Об этом Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своим камбоджийским коллегой. На встрече стороны обсудили вопрос экстрадиции в Россию бизнесмена Сергея Полонского, который сейчас живет в Камбодже. Глава МИД королевства заявил журналистам, что как только вернется на родину, обсудит запрос о выдаче россиянина с правительством страны. Напомню, Россия неоднократно просила Камбоджи экстрадировать Полонского на родину, где его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Однако между странами нет соответствующего соглашения.